Всем доброе утро. Это питомник Роз Полины Козловой. Ну, у нас, как всегда, ветер. Сегодня суббота, 2 апреля. Я разрешила мальчишкам половить рыбу. Ну как, половить и отпустить. Чтобы нам сразу посмотреть, в каком она состоянии. То есть, что рыбка должна быть здоровая. В основном, я так подозреваю, что у нас там девочки. И я ожидаю, что у нас будет много красивой всякой рыбы. Ну вот, смотрите. Вот, карпик, красотун. Или красотун, она или он? Ну, судя по туловищу, а живот большой. Живот большой, девочка, отпусти ребенка в воду. Называется, правильные рыбаки сказали это. Мы ловим и отпускаем. Да. О. Красиво пошел. Они он побаламутили нам опять, все, он повсплывало. Короче, нужно ходить и вот это все собирать. Еще раз убеждаю, что водоем это очень долго, дорого и нудно. То есть здесь очень-очень очень много работы. Ну давай, следующий. О, о, красавец. Красавец или красавица? Красавец. Красавица. Все, живот большой. Красавица, живот большой. Красавица нам деток принесет красивых. Вот. Все. Обратно. Все, живите дальше. Так что вот, у нас сегодня, у мальчиков день рыбалки, они сказали, у них сегодня антистрессовая терапия. Ну пусть ловят, мы все равно всех их отпустим назад. Но по крайней мере мы видим, что... Вот это вот. Что? О, этот самый, да-да-да, это вот один из первых, наверное, карпов, но это карпиха, я так подозреваю, та, которая запускалась, это карп этот, зеркальный, да, которого практически чешуи нету. Да-да. Вот, вот она самая крупная, ну, одна из самых крупных, и обычно за ней там куча мелочи какой-то плавает, но я так подозреваю, что красивая большая женщина, а за ней каких-то ухажеров мелких целая стайка, вот. Вот красавица такая, такая толстунья, красота, красота. О, тынч, тынч, да. Все, отпускай. Какие усики? Усики, да. Все, отпускай ребенка в воду. Я не понимаю, как можно друзей вот это потом еще жарить? Не, пусть плавает, красота. Ну все, пошли мы дальше делать заказы. Вот, а рыбка пусть плавает. Так что мы убедились, что рыба у нас живая, здоровая. Так что наши процедуры, господи, что мы делаем этим? Известкование воды проходит так, как надо. Ну вот как-то так. Рыбаки. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.